Саженцы виолы, фиалки, душистый кам де браза, виола адората, низкорослый, стелющийся многолетник, который вырастает не более чем на 15 сантиметров в высоту. Отличается высокой морозостойкостью. Отлично растет даже в полутени на протяжении многих лет. Сорт фиалки Камте де Браза расцветает в апреле месяце небольшими, всего 2 см в диаметре, цветками белоснежного цвета, источая нежнейший аромат. Благодаря своим характеристикам отлично подойдет для украшения клумб, можно выращивать около живых изгородей. А также отдельно в подвесных вазонах или кашпо. Виола душистая Камте де Браза – это травянистый высотой 10-15 см с типом роста, низкорослый. Цветет растение в месяц май, апрель. Аромат у цветов легкий. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 2,0 см. Лист растения по форме сердцевидный. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая. Важно, что виола душистая Камте де Браза пчелоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.